Здравствуйте, я Татьяна Ковальчук, и я приветствую вас на своем канале «Канадская деревня». Вот вещаю из моего курятника. Мои курочки тут все. И утки так и сидят здесь, да? Ну, сейчас она несет яйца вон в тот вот ящичек крайний. Но пока еще не садится. Вот. Ну и вон куры несутся, все у нас хорошо. Воду мы перевесили вот туда, а то она висела прямо на входе здесь. Воду перевесили вот туда. Моему мужу стало лучше, слава богу. Вот, и мне стало лучше. Ковид нас немного отпустил. Вот, и мы, как вы помните... Короче, все хорош. Вы, как мы помните, купили цыплят. Это не сушки будущие. И они у меня были в доме, я вам показывал. Они у меня были в прихожей, в шкафу. Ну вот, муж наконец-то. Мы думали. У меня никогда не было брудера. Мы как-то все время или в трейлерах их держали, или там, я не знаю, вот так вот дома, там в ящике в каком-то. Ну вот теперь мы решили сделать брудер. Муж вчера... Вчера он, как сказала, хорошо он себя чувствовал, и мы сделали брудер. Вот. Мы тут можем еще закрыть, сейчас это им не нужно, в курятнике очень здесь тепло, но тут можно как бы вот здесь вот все это закрыть. Мы закроем, когда, допустим, если будем набирать новых цыплят, вот, или там индюшат, чтобы им тепло-тепло было, если будет холодно. А так повесили вот лампу им, повесили им еду, вот, поставили большую... пляжку с водой, ну вот они там чуть пьют, вот, еще, конечно, они пугаются, они только вчера переехали, вот, такие вот у нас дела, и вот так сделали, муж закрыл эту лестницу и сделал вот под лестницей это все, да, конечно, доверху мы там не достали, но ничего страшного, мы что-нибудь предпримем, там эту не скатывается, как бы нам хотелось. Это металл, так что можно будет и помыть там, и все это подсохнет немножко. Все это можно будет веником смести. Вот такие вот дела. Так что творим. Мы все творим. Слава богу, мужу стало легче. Но дома уже было невозможно их держать. Было очень-очень... пахло очень плохо. Вот так я... Слава богу, никто не умер. Так у меня их 44 есть. Вот. 21 несушка, 1 петух. И 21 несушка, 1 петух. Коричневых и белых. Вот, ну посмотрим, сколько их там вырастет. Нормальных, вот такие они у нас. Вроде все веселенькие. Вот, но еще пока пугливые. Вон там, вон, Петя петушок есть. Один петушок белый у нас, я его специально приобрела. Он на меня уже нападает. Ну, короче, это будет хороший этот самый уже кандидат в супы. Потому что я такого не потерплю. Я его пытаюсь как бы приучить, я знаю, какой он, я его постоянно там глажу. Но руку там, когда убирала дома, когда он был, у нас там убирала в этом шкафу, то он меня за руку постоянно клевал. Может, вон вы видите, он самым красным таким этим петушком. Петушок у него самый красный такой. Вот. Гребешком, вернее, не петушком, гребешок у него, он красный, вон он. Это вот петушок. Бандит. Вот он, сейчас. О, вот он. Засранец такой. Так что вот так вот показала вам. Наконец-то и у меня есть брудер. И в курятнике он, не надо ничего. Всё. Потом мы еще купим вот такую вот поилку. Вот как у этих наших курей. Вот муж мне сюда перевесил. Знаете, как здорово. По крайней мере, не будет здесь болтаться. Вот. А мы купим такую же поилку и повесим вот сюда. Вот. Муж здесь поставит тройник. И вот сюда мы повесим эту поилку, одну поилку. Чтобы как бы не иметь проблемы с этими вот бочками, чтобы вода воду постоянно не таскать. Ну что-то он такой один такой, да? Цыпа! Ты что такой? Ну, аж один такой. Нет, ничего вроде.
Ну, вот так вот отчиталась. Такие у нас новости. Такой вот наш курятник. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Пока-пока.